Положим яйцо в краску. Оно лежит у нас, ну, можно сказать, часов 12 в краске, чтобы хорошо взялось за яйцо. Потому что не за все яйца берется хорошо краска. Краску я делаю, значит, кора дуба, кора ольхи, шишечки ольхи, железо ржавое, все это. Заливаю кипятком и настаивается месяца два, чтобы она хорошо проржавела, прочернела. Потом ее надо перекипятить, снять, слить с этого железа, с этой вот всего, перекипятить и вот, пожалуйста. И, конечно, желательно, чтобы она была домашней температуры краска, тогда лучше за яйцо берется. Если холодная, не возьмется краска. Как я днем заложила, я аж на завтра днем вынимаю. Ночь пролежит, еще день. Это считается где-то 12 часов. И тогда вынимаю яйцо. И отвариваю я его, чтобы воск снять, надо в кипяток. А кипяток я делаю цибульник настоянный, чтобы был раствор, от него блеск получается лучше. Вот. И я, значит, делаю, варю, потом снимаю воск в цибульнике.